Так, ребята, здрасте, 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 здрасте. Ну что, сегодня у нас блудный сын номер два. Блудный сын номер два, Фиат Дукато. Очень сколько много его выпускался, он и под версии, под каждой версии, по-моему, он шел, я уже не помню. Ну, факт того, что, давайте посмотрим, он вышел под 1.43. Сделали ли анимацию вот этой двери? Вот сделали или не сделали? Вот мне просто интересно, потому что уже сколько... Вот лично я жду, когда же это кто-то сделает эту анимацию и так далее. По-моему, еще даже дверь меняется. По кабине одна кабина, по шасси у нас 4x2, по двигателям 245. По трансмиссии 6 передач, по интерьеру. У нас руля нету, но надеюсь, я думаю, что он добавляется. Видно сразу, что изменения в приборке, потому что старые приборки, я помню, да, я постараюсь ставить картинку, старая приборка именно данного Фиата. И внутри, конечно, такого плане ничего не изменения прям не вижу. Обычный интерьер, Ну, КПП немножко, конечно, кривовато вставлено. Немножко надо было его сместить. Почему так, я не знаю. Надеюсь, что руль все это добавляется. Ладно, хорошо. В принципе, первое изменение это то, что приборка. Хорошо. По покраске, пожалуйста, на цвет и вкус все это меняется. По аксессуарам очень много. Очень достаточно, в принципе, нормально. Для данного груза, так сказать, микроавтобуса. Так, бампер мы можем добавить, хорошо. Здесь мы можем добавить сам свет, бампер, так сказать. Плюс окантовка вот эта именно идти будет. Соответственно, здесь я так понял, что типа наподобие климат-контроля и так далее, все это ставится. Окей, хорошо, пассажиры, пожалуйста, мы можем отдельно поставить себе. Я уже хочу посмотреть, как пассажиров сделано. Очень интересно. Здесь что? Затемненность. В принципе, здесь то же самое. Можем чисто в белый его сделать. Примерно так это будет выглядеть. Вот так это будет примерно выглядеть. Ну, прикольно, кстати, прикольно. Окей, хорошо. Ну, здесь сзади ничего. Здесь ничего. Хорошо. Внутри рули. Старый, остался старый. Понятно. А приборка чуть такая была или не такая? Ну, я посмотрю, попробую вставить картинку, или реально изменилось или нет. Здесь что у нас? Здесь у нас мы можем поставить GPS и так далее. Пионер, давай его ставить. Плюс меняется у нас зеркала в краску, либо в хром пассажира. Нет, пассажиров, к сожалению, это как вот остались, так и есть. Не очень качественные, кстати, пассажиры. Вот эти, да, двери. Либо так. Вот сделали анимацию, интересно, или нет? Ну, мне кажется, вряд ли. Почему-то не знаю. Пассажиров не очень, конечно, не очень сильно прям детализированно сделано, на самом деле. Мне не очень сильно нравится. Потому что, ну, реально... Потому что я знаю, что есть и пассажиры реально немножко поддетализированы. Окей, ладно, принимаем. Покупаем и смотрим, что он из себя вообще представляет. Потому что, ребят, это блудный сын номер два, я так буду их называть. Потому что они и выходят, и не выходят, и хер пойму, блин. Он когда-то выходил под 1.43, у меня есть... Обзор, по-моему, я его себе делал, да, вы смотрели, вот. Но, блин, я не знаю, что сейчас будет с этим блудным сыном, так сказать, да, и посмотрим его. Ну, во-первых, слушаем звук. Во-вторых, у нас очень... Да не, нормально, нормально. Вот такие звуки, в принципе, подходят для него. Вот такие звуки, в принципе, нормально. Они для легковых автомобилей, которые, ну, реально... Нормальный звук, в принципе, стандартный, ну, для него пойдет. Аля, видите, здесь как бы сразу, либо это так было видно, когда мы аксессуары добавляли, что КПП у нас криво стоял, сейчас нормально. Нет у нас этого, ничего нет. Аварийка у нас.
Работает, хорошо. Анимация света. Анимация света у нас есть, хорошо. Есть, есть. Я, наверное, да, есть, 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 есть. Ладно, хорошо. Хорошо, хорошо. Да уж. Щель, как всегда, была. Ну, что здесь сказать? Мне просто интересно, зачем добавлять? Вот просто, зачем? Когда толком даже анимации... Не считай, что анимация аварийки поворотников и двор... Да, и КПП, извиняюсь. У нас КПП еще анимирован. И, кстати, вот почему у нас он на шестую передачу переключает, если мне на... Вот, ну, задняя, ладно. А, хотя... И все, он то ли на шестую, то ли на первую, не понятно. Ну, честно скажу, я не знаю. На самом деле, конечно, хочется увидеть прям что-то откровенное, что-то интересное в плане анимации. Особенно на данном автомобиле. Микроавтобусе. Этот данный микроавтобус уже выходит под какие разные версии, под каждой новой версии. И до сих пор у нас не могут показать то, что, как бы сказать, требуется. Почему есть автобусы, которые они прям... Да, там они новые, под 1.43, я не против, хорошо. Но делают анимации. Старые автобусы, которые стараются исправить, сделают анимации тоже. Почему бы нет? Блин, ну, ё-моё. Данный микроавтобус уже сколько выходит, и до сих пор его не сделать нормально. Ну, я не понимаю просто этого на самом деле. Почему просто нельзя сделать эти сраные анимации дверей и так далее? Вот просто почему нельзя? Я понимаю, что это очень сложно и так далее, но, блин, не знаю. Короче, я очень могу много и рассуждать и говорить, но данный мод, конечно, хорош, нормальный, да, прикольно, мне нравится. Но, блин, не очень сильно он чем-то изменен был. Не видно прям вообще ничем, что что-то поменялось и так далее, не считая приборки, и то я сомневаюсь. По-моему, приборка, да, новая, могу ошибаться, конечно, надо посмотреть. Так вот. Вот такие у нас данный грузовичок, данный микроавтобус даже. Данный микроавтобус, ребят, в целом он неплохой, но, блин, конечно, ожидался лучшего. Конечно, ожидалось лучшего, но, к сожалению, как говорится, не судьба. С вами канал 24, всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал, не забывайте о канале 24. Всех люблю, целую, увидимся на видосах и стримах. Бай-бай-бай.